Друзья, цены в Германии на дизель и на бензин сильно подскочили. В нашем городе 3 заправки. Вот на заправке Shell дизель получается 2 евро 39 центов. Супер Е10 это бензин. Супер тоже бензин. А ниже там В, это уже, наверное, вообще там супер-супер топливо. Я таким не пользуюсь, я сам дешевым дизелем пользуюсь. За 2,39. Сейчас поедем на другую заправку, где всегда заправляемся. На ней немного дешевле цены, чем на Шелле. Но хочу сказать, что 9 месяцев назад, когда в Германию приехали сюда, как поздние переселенцы, мы заправлялись по евро 48, да? Цены реально подскочили из-за общей ситуации во всем мире. Так что мы тоже попали в колею раздачи. Будем экономить. Что делать остается-то? Видели, люди тарятся, блин. Дизель реально подорожал, бензин подорожал, реально. На этой заправке немножко подешевле, чем на Шелле. Видите, 2,35 евро. Ну я заправлюсь только на 10 евро. Денег много нет. Так, где тут дизель-то? Вот, дизель. Все, больше мне не положено. Ребят, ну вот здесь дизель стоит 2,32, немножко подешевле. Это третья заправка в нашем городе, которая находится. Напоминаю, это земля Хессен, тут буквально в 25 километрах Франкфурт-на-Майне находится. Так что вот такой кризис цен на топливо в Германии произошел. Напишите вы в комментариях, у кого какие цены на землях. Большая интересная разница или нет. Просто очень интересно. Еще говорят, что на автобанах топливо намного дороже, чем в городах внутри. Надо взять на заметку.